меридиан находится в самом центре подсектора Аврелия. Для миллиардов жителей этот город — родной дом. Его заводы и кузницы — ключ к нашей победе над тиранидами. Нельзя допустить, чтобы меридиан достался врагу. Командор, добро пожаловать на орбиту меридиана. Меня зовут Елена Ди Роза. Губернатор Ванди назначил меня вашим посредником здесь, в этой системе. Это не удаленные районы Калдериса или Тифона, командор, поэтому некоторый такт не помешал бы. Администратор Де Роза, нам совершенно необходимо получить доступ на кузницу Ангела. Да, так сказал ваш капитан Ангелос. Кузница Ангела – самое важное сооружение во всем секторе. Ее использование находится под строгим контролем губернатора Ванди и Тайного Совета и расписано на годы вперед. Хотя способ получить доступ к кузнице Ангела есть. С недавнего времени меридиан постоянно подвергается нападениям эльдаров. Они уже нанесли значительный ущерб системам связи и снабжения. Расположенные на меридиане силы имперской гвардии вынуждены подавлять беспрестанные беспорядки из-за нехватки еды в Нижнем городе. Им не хватает людей для противостояния эльдарской угрозе. Если бы вы применили ваш особый опыт для разрешения существующих вопросов и помогли отразить нападение, губернатор Ванди смог бы организовать вам ограниченный доступ к кузнице Ангела. Координаты позиций эльдаров будут переданы на ваш планетарный экран. Конец связи. Командор, я несколько десятилетий назад отбыл с меридиана, но поверьте мне, в этом нет ничего необычного. Знать всегда закрывала глаза на проблемы простых людей. Вероятно, эльдарам пришлось разорить несколько районов местной знати, чтобы они хотя бы признали само существование проблемы. Они поймут это, когда небо почернеет от спор и кораблей Улья. Кстати, командор, первичные данные не показывают какой бы то ни было активности тиранид на меридиане. Никаких следов, ни растений, ни мутантов, ни уничтожения живой природы, ни атмосферных изменений? Ничего из того, что мы могли бы обнаружить. Проверьте еще раз ваши сенсоры, Марселий. Флот Улья не пройдет мимо планеты, которая прямо у них на пути. Командор, похоже, эльдары собираются полностью разрушить инфраструктуру меридиана. Они повредили станции связи, которые обслуживали знатных жителей. Из близлежащих хранилищ также пропали ценные вещи. Эти атаки возглавляет мощный эльдарский гравитанг, и силы имперской гвардии до настоящего момента не смогли остановить его. Если нападения будут продолжаться, защита планеты будет поставлена под угрозу.
наготове. Эльдары нападают без предупреждения. Обнаружены силы в тяжелом положении. Цель в зоне видимости. Достав обойти их! Следующей высадки. Займите позиции, командор. Враг уже здесь. Космический отряд. Мы атакованы эльдарами. Запретный огонь, братья. Thank you.
сами не готовы. Мы атакованы ударами. Подчистись. Thank you.
Нужно разобраться с ним раз и навсегда. Во тьму, Эльдар. Запустить Тандерхоки для эвакуации. Победа — лишь прелюдия к следующей битве. Прилад Бенецио из дома Торилов передает вам свои танки, командор. Он ожидает, что ему вернут украденное и восстановят поврежденную станцию. Эта персона отдает себе отчет в том, что флот Тиранит приближается к сектору. Мы постоянно следим за распространением угрозы Тиранит, сержант. И мы еще не нашли доказательств тому, что Меридиану грозит реальная угроза. Дероза, конец связи. Имперские техножрецы работали над восстановлением древней астрономической станции в джунглях Тифона. Если данные верны, эта станция способна детально просканировать весь подсектор. Это могло бы помочь нам обнаружить уязвимые места флота Улья. Нам нужно будет связаться с техножрецами на их базе на Тифоне и запросить у них эту информацию. Командор, капитан Ангелос на связи. Вы обязаны защитить мир, столицу и взять под контроль кузницу Ангела. Тем не менее, все будет тщетно, если мы не сможем разработать вооружение для атаки флота Улья. Вы должны найти скрытую на планете Тифон астрономическую станцию и захватить ее. Также вам необходимо получить образец биотоксинов флота Улья. Конец связи.